Расскажите о своей собачьей жизни, пожалуйста. Я родился, да, тоже бедный, да, с семьи вышел. Сам собой, вот, да, хожу здесь, не понимаю, что происходит, да. Вот деньги попрошаю, ничего говорю, дайте мне, похаву, дайте мне. Вы, кто вы такие здесь? Кто вы по жизни? Кто вы по жизни? Вот, я вот так руки делаю, короче, да, и вот говорю, сплоченные должны быть, сплоченные. Сплочитесь, Вася. Видишь, ты тоже очкарик, ты не сплоченный, у тебя очки есть, и твои глаза не сплоченные, с миром вообще. Настя, заряд пришла. Да, возьми, да. Так, а вот если я вот очки сниму, да? Очки сниму, да, вот. Что ты мне, как ты посоветуешь мне человеком стать? О, в первую очередь ты должен быть туркменом, в столовую ходить, да? Вот по-туркменски хавать, вот эти вот движения. Вот. А вот я езжу, микрофон вот этот держу. А вот его, да, молодец. Я тоже, нефть подорожала, помидоры дорогие стали, яйца дорогие стали. Мне 28 лет, я не понял ваш вопрос. До свидания, давай.